Майже у кожній родині п'ють цей напій. Це найпопулярніший напій у світі – чай. Сьогодні будемо говорити про чай і лише про чай, про різновиди цього напою. Зелений, червоний, білий, чорний і ще багато різних інших. Бо сьогодні до нашої студії ми запросили неймовірну гостю, яка знає про чай усе. Це Світлана Кобилєва, чайна майстриня. Вона з собою до нас принесла, подивіться, скільки різновидів чаю, які вони всі гарні. І є тут і рожеві кольори, і зелені, і світло-зелені, і такі от сірі, і чорні. Ми сьогодні поговоримо про чай, мабуть, з усіх боків, так? Будемо старатися. Доброго дня. Здравствуйте, Юль. Ну що, тоді чай же, який же він повинен бути і який хочеться нам пити, і від якого чаю ми станемо здоровішими? Точно мы станем здоровейшими, более здоровыми от чая, который будет приносить удовольствие. И если мы сравниваем черные и зеленые, вот такие две категории, то больше полезных и активных веществ, конечно, в зеленом чае. Чем менее обработан продукт, тем больше там сохранено минералов и активных ингредиентов, которые будут влиять на наше здоровье. Так, тобто чаї взагалі розділяються на от такі от дві основні, мабуть, групи. Так? Групп чуть больше, просто мы в основном в обычном общении привыкли использовать только две. Черный и зеленый. В основном, когда приходят и люди что-то выбирают, спрашивают, а это черный или это зеленый чай? Это понятно и естественно, это нормально. На самом деле профессионалы чайные выделяют гораздо больше групп. И это как раз по степени обработки чайного листа. То есть есть белый чай, который практически не обрабатывается, не влияет человеком. Дальше идет зеленый, потом полуферментированный улун, потом черный, потом пуэр. Вот. Так, ну тобто ми взагалі, якщо вже так розібратися, то дуже рідко використовуємо ті відомі в світі напої, які справді відносять до тих найкращих сортів чаю. У нас на нашому ринку їх представлено набагато менше, аніж хотілося б. Так, для справжніх поціновувачів чаю. Конечно, это так, и каждый рынок он развивается постепенно. И если изначально к нам приходили, в нашем менталитете естественно и вкусно пить индийские чаи, цейлонские чаи, черный чай с сахаром. Для нас это наша культура, да, и там самовар, чайник, заварку залили, еще вареничка и какая-то прикуска. То сейчас постепенно культура развивается, растет, людям становится более интересно разнообразие, и поэтому сейчас разнообразие приходит на наш рынок. Так, ну що ж, давайте тоді розглядати, що ж у вас тут є. І я дивлюсь такі цікаві колби, для чого вони нам потрібні, чи в них заварюють чай, чи що взагалі роблять. Давайте тогда с этих колб и начнем с самого начала. Когда я готовилась с таким вопросом, обратилась ко многим своим знакомым, какие самые распространенные смущения у людей, да, на что им непонятно, когда они задают вопрос про чай. И основное – это путаница в красных чаях, потому что стало популярно, мы стали очень все умными, разумными и говорим, что есть красный чай. Красный чай по категории, по кодировке чайных мастеров – это китайский черный чай. Просто вот он называется красным. Вот есть множество сложных объяснений, но по аналогии производства это такой же чай, как и цейлонский черный чай, к которому мы привыкли. Из-за того, что другой куст, другая страна произрастания, другие климатические условия, теруар, тогда и получается другой совершенно оттенок вкуса. У него не будет горечи, у него не будет там терпкости. Но вот путаница, люди говорят красный и ожидают увидеть красный настой. Ага, вот. Ну, чтобы колер был червоный. Да. А на самом деле, он же будет трошки коричневатый. Да, да, да. Не будет он таким червоным. Вот мы берем вот красный чай. Це він червоний. А, давайте покажемо ближче тоді. Які тільки гарні листочки. От знаєте, насправді, що відрізняє якісний чай, якісний чайний лист від неякісного? Це ось справді той листочок, який закрутився іншим способом. Його видно, як він закрутився природньо. І насправді такий чай має яскравий запах, він не так лущиться швидко, як інші чаї. Тобто, насправді, це зовсім не те, що може бути потім трухою. Як то кажуть. Труха, она тоже имеет место быть. Знаете, иногда бывает необходимо очень быстро выпить горячего.
Да, и такой вот мелколистовой чай, измельченный чай, его используют для фильтр-пакетов. И это не то, чтобы прям плохо, это всегда есть цель какая-то каждого действия. Да, если нужно быстро, крепко и горячо, можно использовать, это тоже нормально. Вот этот чай, его больше нужно ему уделить время. Да, я сюда положила, тоже можно смотреть по ложечкам, да, чем крупнее чай, тем он часто легче бывает, да, его необходимо, может быть, там, заварка, там, больше по количеству ложек, да, вес мы должны угадать одинаковый всегда. То есть здесь мы положили красный чай, здесь тот, к которому люди привыкли, да, все знают, это каркаде. Каркаде, да, это каркаде. И здесь у нас черный цейлонский чай в пакетиках как раз. Так. Все вже тут так, заварений чай. Чай, можна буде його вже, водичка окріп, можна залити. Ми його заливаємо. Але не зовсім окріп, він трошки прохолонув, якраз десь 85-86 градусів, я думаю, там є. Для цвіту ми побачимо, цього буде достатньо. Мені здається, що навіть більше, десь 90, мабуть. Так, ну що? Глазомір підвів мене немного. Ось дивіться, вже тепер видно. Видно, що відбувається у наших колбах. Ось він червоний, якраз. Так. То есть, который красный чай, вот он с каркаде, он действительно красный. А красный китайский, он будет такой янтарного цвета. Больше, более насыщенный, больше заварки положить, он будет более насыщенного цвета. Меньшее количество заварки будет более светлый, янтарный, и с золотистым отливом. Да? И вот цейлонский чай у него... Такий зовсім інший колір, ну такий, як ми звикли пити. Так, класичний цвіт чаю, от він тут. Але ж насправді ми можемо побачити, що оці всі чай, всі різновиди чаю, вони відрізняються і, мабуть, кожна людина обирає собі за смаком те, що їй більше подобається, так? Але ж ми повинні орієнтуватися на те, що в світі чайними майстрами визнається як кращий чай, кращі сорти, і, мабуть, не дарма люди зі всього світу все ж керуються такими показниками. Тож, який чай вважається кращим? Сейчас проводяться даже чайні чемпіонати, щоб определити, які майстри найкращі, да, і який чай найкращий. Сейчас первенство займає, звісно, китайський чай, тому що вони дуже активно продвигають культуру і производство чаю, і все, є звісні чаї. І, наприклад, от ближе к вам, Юля, стоїть чай. Я зараз покажу навіть оцей, так, перший. Да, да, оцей вважається найкращим. Это белый чай, вот белые чаи, они очень ароматные, очень тонкие, к ним нужно подготовиться. Ой, вот если посмотреть пахнет на листочек, да, вот он весь прямо пушистый такой, это самые первые почки, которые собираются с чайного листа, и к нему потом еще особое отношение надо, нужно еще угадать температуру воды для него абсолютно точную. Вона не повинна бути, мабуть, такою дуже, ну, не 100, не 80, може трошки менше навіть. Да, да, где-то там 60-70 градусов, еще есть разные технологии, кто-то замораживает предварительно, кто-то еще разными способами пытается добиться от него определенного вкуса. И цей чай має просто неймовірний аромат, відчувається навіть аромат квітів. Да, он цветочный, он очень цветочный. Потом другой известный чай, вот это тигуани. И це ж чай цей теж якось називається, так? Кожен має свою назву. Они есть классические названия китайского чая, то есть этот чай, это чай Байхайонжэнь или серебряные иглы. Так, ничего себе, серебряные голочки, а так он дуже схожий. Да. Вот это тигуанинь, это чай другой технологии производства, уже берутся зрелые листы. Эти зрелые листы потом сворачиваются вот в такие шарики и тоже ценятся за свой аромат. Часто в него видят аромат сирени, аромат лотоса, вот разные оттенки. Він має вже більш яскраво виражений аромат, цей чай, і вже не такий ніжний, як той, але дуже гарний на вигляд, і бачимо, що такі закручені в кулечки,
чайні листочки. Це спеціальна технологія. Чому закручуються листки по-різному? Да, это на то, как сворачивается листочек, зависит потом его вкус. Чем более был деликатный лист изначально, тем меньше на него будет воздействий. Потому что если мы берем белый чай, то чайные почки их только собрали, разложили на земле по факту и высушили под действием солнечных лучей. Больше с ним ничего никто не делает, потому что сам лист очень деликатный. Здесь это уже берутся там четвертый, пятый листик, они зрелые, насыщенные, чтобы максимально отдать все вкусы, которые может отдавать этот чай. Над ним производят много различных действий. Его прессуют. Есть даже там, смеются, там есть машина смерти чайная. Ее там заворачивают в такой тканевый мешок. И этот тканевый мешок бьют об стенку. Вот если это как фермеры, когда производят, такая долгая вся история, чтобы выделился сок, потом этот сок снова высыхает на этом чайном листе, потом снова проводят, его жмут, высушивают. Поэтому это все, вот как его свернули, это то, что хотят от него добиться, получить. Цілющі властивості, в яких випадках в чайному листі вони проявляються? От коли саме це повинні бути перші листочки, чи другі зібрані, чи це, можливо, якийсь період, коли чайний листочок дозріває? Максимально свойство вот, благотворно влиять на организм, это, конечно, из первых листиков. То есть есть там коллекционеры гоняются, и мы вот гонялись, и с одной стороны плохо, что есть кризис, а с другой стороны, благодаря кризису в Китае упали цены, и мы смогли заказать себе чай, который в феврале собирается. Зибрали. Да, это очень ценный, очень редкий, он безумных денег стоит, мы привезли совсем немного себе попробовать. Вот, вот этот чай, когда только-только прорываются первые листики после зимы, они обладают самыми насыщенными характеристиками, не самые вкусные, самые полезные, самые целебные. Дальше, по мере его взросления, все становится чуть проще, спокойнее и уравновешеннее, как с людьми, в принципе. Так, ну, у нас еще, дивіться, скільки чаїв, чай, час наш вже починає спливати, спливати і спливає дуже швидко. А чому такий рожевий, наприклад, у нас там є одна пляшечка з рожевим чаем? Чому він такий? І що ж то за чай? Доведу сейчас здесь до конца, чтобы тоже было видно цвета до конца. Ну, как гарно, все это так, знаете, как чудодейная такая магия тут у нас в студии происходит. Мы видим, как чай перетворяется на різнокольорові такие забарвлення рідин. Это просто неймовірно. И видим, что есть чай и синий, и даже и рожевый, и зеленый. Да, зеленый. Зеленый – это сейчас самая популярная матча. Да, это японский чай, и на самом деле это чай. Я слышала варианты, что это водоросли, что это еще что угодно. Да, на самом деле это чайный листок, ничего более другого. Его переделывают помол на таких жерновах, как мука, как зерна муки перемалываются. И получается чай просто порошковый. Его так и пьют. Его не заваривают и не сливают. Его заливают водичкой, да, и специально готовят. Очень многие пьют матча-латте, да, и любят матча-латте во всех. С молоком? С молоком, да. Во многих заведениях можно везде попробовать аккуратно, потому что он очень пыльный. Ой. Але він пахне чайним листом, і я вам скажу, що можна навіть сплутати з запахом чогось такого дуже свіжого, зеленого, справді схоже на водорості. От я зараз понюхала, і мені здається, що цей чайний лист таки трошки нагадує щось дуже корисне для нашого організму. Дуже полезний. Дуже-дуже. І так, насправді, і він же гарний. Подивіться, зелений колір має, насичений такий. Якщо ще і додати ось такого синього, ну це не знаю, що то таке. Зараз нам Світлана розкриє секрет. А якщо їх два совместити, тоді це получиться бирюзове. Ми говоримо, що це буде цвіт Тіфані. На самом деле, этот синий, ввиду популярності матча во всем мире, хороші предприниматели начали делать в порошковом виде практически все, что они видят под рукой. То есть этот цветок анчан, это тайваньский цветок, это известный, который за которым тоже гонялись, который лечит от 100 болезней. Я на самом деле скажу, что это все-таки больше легенда. Ну, на самом деле, да, лекарство – это лекарство, а чай – это все-таки об удовольствии, о гедонизме. Но это очень красиво.
И он такой же фракции, но просто это из цветочка. Сам по себе он будет обладать вкусом такого овощного оттенка, так? На самом деле. А понюхать можно? Да, что ж знову буде? Аккуратно, давайте. Давайте, а ви вмієте краще відкривати? Хочеться я, не просто його... я не могу сказати, що це... Але ж дуже таке рівненько. І хочеться понюхати, і дізнатися, і розказати вам, що ж тут за аромат. Точно, це аромат якоїсь квіточки. Вона трошки має такий трошки гіркий аромат. Я не знаю, може це мої асоціативні такі відчуття, але солод разом з таким трошки гірким да, запахом. Є таке, вам потрібно працювати тестером. Так, запрошуйте. Ну, але має такий, знаєте, дуже приємний квітковий аромат, такі от нотки є. І я думаю, що... На смак это тоже должно быть очень смачно. Это очень полезно. Mm-hmm. Вот я на свой вкус скажу, многим нравится. Я честно говорю, что для меня это очень полезно. Вот mm-hmm. есть то, что безумно вкусно, а есть то, что очень полезно. Так. Вот. Mm-hmm. И есть вот такой вот следующий, это розовый оттенок. Mm-hmm. Это натуральный? Натуральный да, колер? Да, это натуральный колер, это тоже это цветок, это петахая. Это род кактусовых, с него собирают цветочки и тоже потом делают вот такую пылеобразную, пудрообразную субстанцию. Очень красиво ее добавлять в молоко, в какие-то оттенки тоже, в чай его можно добавлять. Ну вот мы делаем и готовим, да, с молоком. Это интересно, это вкусно, добавлять сахар и такой фруктово-нежный, очень тоже цветочный аромат. Сколько есть только разновидов, подивіться, яка краса у нас сегодня тут на столику. І завдяки Світлані є, і ми сьогодні побачили, скільки різновидів чаю, ну це ж просто неймовірно, не лише чорний, зелений, не лише такі три різновиди, які є, а тут їх просто неймовірна кількість, і це ми ще не про все поговорили. Там ще є пляшечки, теж, мабуть, темніший трошки чай, так? Там, да, там чаї вже пішли, некоторі види улунов і зелений чай, це лудзин, просто ми взяли такі, якраз під найвідоміші, да, в світі чаї, це лудзин, определенні технології, свернутий, теж це одні з перших. Це теж листиков. Чай, який вже дозрів, так? Да, это зелёный чай, его полностью листочек собирают там первый, второй листик, и у него интересная технология, если белый чай, например, его просто раскладывают и сушат под солнцем, чёрный чай или там улун над ним много проводят операций, зелёный это идея максимально быстро от плантации довести до фабрики, остановить процесс. И его останавливают сразу высокой температурой. Лудзин это такие воги большие, как сковородки, и рукой мастер берет каждые вот листики свежие и проводит, и высушивает их вот очень опасно, очень горячо, на самом дуже деле. Тонкий аромат в него залишається. Я думаю, что как раз тому, что такая швидка технология его приготовления, и зберігає він, мабуть, больше своих властивостей, саме тому, что есть высокая температура. Да, и поэтому вот зеленый чай и считается самым полезным, да, вот когда вот говорят между черным и зеленым, потому что максимально быстро остановлены все процессы и закрыли их в листочке, да, их никуда не убирали. Так, у нас еще есть такой интересный чай, это пуэр, мабуть. О, да. Да, это пуэр, там вдруг кто-то не знает, как это выглядит, что это вот блины пуэра. В основном есть и рассыпным виде, да, но в основном это блины или это вот такие вот точи. То есть точи это на одну заварку, где-то в зависимости от... производителя могут 5, 7, 8 грамм, это бросается, да, или вот такой вот блин, который раскрывается, это все там китайские компании, в Украине их не производятся. Дуже гарно вони, до речі, виглядають, такий спресований чай. Да, дуже... я сейчас вот открою, покажу. Довго він пресувався. Так, от кажуть, чим довше він пресується, тим він... Мая больше ценится, правда? Чи нет? Темпа хранения больше, да? Там имеется в виду, что когда чай, чем у него не останавливается, это единственный чай, у которого не останавливаются процессы ферментации, если мы говорим про качественный пуэр. И поэтому в процессе он как вино дозревает, да, вот как сыры дозревают. Выше покажем, как сыры дозревают. Чай, подивіться, как он выглядит. Ось такой спрессованный.
таким образом, да. Ну, то есть, что важно в чае, вот когда вот как раз про время, да, вот дата производства. Всегда внутри любого пуэра будет, когда он произведен. Да, вот этот был произведен, он совсем недавно относительно. 2018 год, да, это считается молодым пуэром. Угу. А может быть, и скольки років найбільше? Может быть, найбільше, наверное, сколько угодно. Вот, но 20, 30, 40, 50, да, это все нормально, это все может быть. К нам, на самом деле, такие чаи раньше не доезжали, сейчас постепенно появляются ценители. Но нужно понимать, что они стоят очень дорого, потому что если простой чай положить на хранение на 20-30 лет, его качество особо не изменится. Угу. То есть стоит хранить только высококачественное сырье в правильном месте, в правильном хранении. Поэтому очень нужно быть внимательной и не вестись на некоторые рассказы, что вот у меня вот тут 30-летний чай, купи там за 1000 гривен. Нет. Не может быть такого. Ну так, цена выправдана такого чая. Ну что ж, мы теперь сможем показать, мабуть, эти колбочки, так, какие у нас тут вышли, так, чтобы люди побачили разницу. Так, поднимем их. Так? Да, вот. Не можемо. Так, можемо ми показати. Значить, у нас, ось, подивіться, різниця, яка є. Червоний чай, ось він. Це червоний, це чай в пакетиках, він трошки постояв. І ми вже тепер точно можемо побачити різницю, чому він так називається. Тут, от, якщо вище підняти трошки, так, то можна побачити колір, як він переливається. І ми тут, не знаю, чи вам видно, але тут темніший набагато ось цей колір. Угу. Ось так. І каркаде. Каркаде червоний – це той чай, який має справжній колір. Да, вот можно посмотреть, да, вот один, угу, который называется красным, но он китайский, горячо будет. Угу. Так, ну я тримаю, Светлана, тримаю. Так. Вот, и чай из каркаде, ну мы достаточно долго действительно постояли, это больше там положенных там 3-4 минут, угу, но зато очень ярко видно все оттенки. Так, ну що ж, пані Світлано, просто дуже вдячна вам за такий екскурс. Ми сьогодні дізналися, ну, я думаю, що про ті всі варіанти, всі види чаїв, які є у світі, і про найкращі світові тенденції, які зараз є цього року, і найсучасніші тенденції, це такі яскраві чаї, які вийшли зараз на ринок. Я вам дуже за це вдячна. Люди зможуть знати і зможуть оцінити, який же чай буде для них кориснішим, кращим, і що треба придбати, що треба вживати, а що, можливо, і не варто. Тому сподіваюся, що усі ці поради були корисними для вас. Пані Світлана сьогодні дуже старалася, бачите, як приготувалася. Тому чекатимемо вас ще у нашій студії з задоволенням. Ну і, звичайно ж, хочеться, щоб ви всі спробували якісні чаї і знали, що це все є, це все можливо у наш час. Ну а що ж, ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.